Социальная служба готова оказать помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств. Министерство труда и соцзащиты Беларуси на своем сайте разместило контакты, по которым можно обратиться за помощью в территориальные центры социального обслуживания населения. Они расположены в каждом районе страны. Сегодня в нашей стране проживает около 830 тысяч граждан преклонного возраста, почти у 160 тысяч нет близких.